Она моя любовь, моя морковь. Это Burberry Weekend, классический, 30 мл. Сделаю отдельное видео с распаковкой. Если интересно, подписывайтесь на мой канал. Я распечатаю коробочку за тест, все коды. Все будем проверять вместе с вами перед камерой. Оно не оно, настоящее не настоящее. Ну, сами понимаете, мне нужно хотя бы, чтобы у меня нос дышать начал. Вот такой флакончик. Вот так он выглядит. Вот здесь надписи. Слюда запечатывается с боков, поэтому, девочки, кто знает, кто живет в Европе, пожалуйста, помаячьте мне, так ли это выглядит у вас, или это отличается, потому что я ищу истину, я хочу понять. Ну, слюда, наверное, сделана так, что флакон должен быть так и не сверху. Вот такая вот запечатанность. Вот. Вот так она выглядит. 30 миллилитров. И здесь сейчас мы с вами будем просматривать код партии. Вот он. Вы его видите. Вот. И сейчас мы его будем вместе с вами вскрывать. Я не вижу смысла вот таким образом. Он вскрывается без всяких применений каких-то специальных приспособлений. Это делается просто руками. Вот так вот я открываю слюду. Здесь вообще ничего я не использую. Только руки. Вы сами это видите. И слюда очень-очень плотная. Можно ли говорить о том, что аромат герметичен? Да, я обязательно его проверю по коду на сайте Чик Косметик. Но его не предоставляется возможным открыть по-другому, либо достать. Поэтому я буду слюду сейчас в данный момент нарушать, причем самым варварским способом. Никак не проникнуть сюда. Попробуем еще вот так. Открываем ее с другого. Да, потому что, видите, как бы сам сверху он вот такой. Девочки, пожалуйста, очень большое, пожалуйста, как это выглядит у вас, там, где вы покупаете. Это касается девочек, которые живут в Европе. Потому что для меня это реально, это момент истины.